Дорогие друзья, сегодня хочу презентовать вам итальянский холст высочайшего качества. Холст, который производит итальянский завод четырехэтажный, который уже много десятков лет занимается только холстом и знает в этом толк. Мне его поставляют из Запорожья, и я уже с этим партнером работаю 6 лет. И безупречно показал себя холст, он не меняется в качестве. И я хочу всем вам его предложить для пользования по всей русскоязычной аудитории, и России, Украины, и Белоруссии. И в крупных городах этих стран вы сможете приобретать этот холст, связываясь с нашими партнерами по телефонам, которые вы видите на экране и которые прописаны в описании к ролику. Проблема холста стоит очень остро, особенно для начинающих. А начинающих среди людей, пользующихся этим материалом, это 80% людей, которые не знают, какой холст выбрать. Приходя в магазин, получая это изобилие холста, не знают, какой выбрать. Более подробно об этой проблеме рассказано мной в нашем видеофильме «Кухня художника». Вот. А для тех, кто ходил ко мне на уроки, кто знает толк этого холста и его звучание, кто знает тех людей, кто ходил на мои уроки, кто смотрит мои видеоролики и увлекается живописью, для всех вас я предлагаю этот холст. Кроме того, у наших партнеров холсты будут, особенно в крупных городах страны, может быть, Москва, Питер и Киев, не знаю как, в провинции у нас будут холсты негабаритных форматов. Это тоже проблема, когда в салон приходишь, редко можно встретить холст больше метрового размера. У нас будут и 1,20 м, и 1,30 м, а если надо, и 2 метра, и 3, и больше. То есть обращайтесь к нам и за этим необычным продуктом тоже. Цены на все эти материалы, которые вы видели, которые мы перечислили, сориентированы на цены обычных салонов в Москве, Питере, Киеве и в других крупных городах. Поэтому, если вам не хочется ломать голову, где найти и как, и утруждаться, вы можете обращаться к нам и получать весь этот необходимый перечень именно для масляной живописи. Поэтому обращайтесь, пользуйтесь.